Катя, точка, жопа, попа, точка, по секрету, две точки, 22869, подключиться. Ага, подключение, и... Так. А я же говорил, то, что мы сейчас ролик записывать будем, я не могу понять, а где все-то, а? Ну вот мы с тобой одни. В смысле одни? А где все остальные, чпуньк? А это не важно. Гони сюда очко. Какое очко, чпунька? Это а где все остальные? Почему мы с тобой здесь вдвоем? Чпуньк! Не трогай! Чпуньк! Куда полез? Чпуньк, убери руки! Вот мы твое очко и конфисковали. Мать моя женщина, это что сейчас было? Чпуньк, ты что со мной сделал, сатана? А вот сейчас скажите мне, пожалуйста, а где вы были раньше, буквально 2 минуты назад, а? Ну, мы собирались, заходили, вот, а что с тобой случилось? А где твое это, очко? А вот где мое очко, это лучше никому не знать. Так, а чё, чпунька обратно не зайдет, получается, да? Мы сегодня без него будем играть. Ну, это, наверное, даже к лучшему. Это-то, я вам предлагаю не тянуть кота за причесал, а сразу начать первый раунд, хорошо? Вот и давайте, ага. Честный игрок, я никого не убиваю, я не читерю, я ничего такого подобного делать не буду. Все, хватит, хватит. Хотя, с одной стороны, как бы чпунька сегодня нет, можно и почитерить. А хотя, с другой стороны, очко-то у меня уже украли. А пока я читерить не перестану, его обратно мне не вернут. Поэтому здесь получается две стороны медали. Или мне читерить и жить без очка, или не читерить и вернуть себе обратно очко. А на самом деле, я могу просто вот это наблюдать за всеми через камеры. Хрейд сам справится, Хрейд уже как бы опытный убийца, большой взрослый мальчик, сам всех перекокает. О, вот, здесь уже трупачела у нас валяется. Молодец, Хрейд, я даже еще ничего не успел сделать. А ты куда полетел, этот шумахер недоделанный, Соник серый? Это как сейчас было у меня такой вопрос? Ну, такого допустить я, конечно же, не могу. Пойду сам зарепорчу труп и скажу то, что это... Да ты чё делаешь, сатана? Мы же по правилам играем! Так, ладно, не-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 не. Хрейд, ты меня прости, пожалуйста, всей душой, но убийца Хрейд. Поверьте мне, пожалуйста, на слово. Никто из вас даже не заметил то, что он носился по всей карте, как вот это, как Соник какой-то. Ты что делаешь, Хрейд? Да какой Соник? Какой бегал? Я спокойно ходил, задание выполнял. Это что? Я читы не использую, я не ты. Ты видишь у меня очко, Хрейд? Ты видишь? Ну, нет, а что? Вот и пока очко я себе не верну, я читы использовать не буду. Вы что, реально думаете, то, что я вру? Хрейд убийца. Он при мне вот это круги наматывал, как ненормальный какой-то. То есть ты хочешь сказать, что ты видел Соника на карте бегающего, такого синего, да? Ну, Соника, только не синего, а серого. Вот Хрейд, я... Всё, может, хватит уже реально читы использовать? Я уже сейчас реально на сторону чпунька перейду. Это Хрейд. Вот, ну, поверьте мне, пожалуйста, ну, ребят. Мне кажется, у тебя шизофрения. Соник синий, а не серый. Да чё ж-то вы мне не верите, а?
Ну ничего, ничего. Хорошо, рано или поздно вы мне еще все поверите. А я послушный вот этот человек. Подожди, карась! Подожди! Вот я послушный человек! Если я и буду кого-то убивать, то разве что вот так нормально. Не через какие-то там сральники, не через невидимость, не через еще там что-то, а вот просто, когда человек будет бежать возле меня. Свет на всякий случай вырублю, чтобы все пошли его чинить. Ну вы ремонтируйте. Свет, привет, сральники, простите, пожалуйста, но не в этот раз. Так, Котомчик, ты всегда странным был, я это знал. Все побежали вот это, свет чинить, а Котомчик совершенно в противоположную сторону побежал. Так, кого бы здесь запердохать, получается? Там у нас Ксюха бежит, а здесь у нас... Супермен, мать моя, женщина откуда-то взялся. То есть ты в предыдущем раунде Соником был? А сейчас ты супер, ты что делаешь, Хрейд? Так, иди сюда. А вот сейчас ты, Ксюха, наверх посмотри. Вот туда посмотри, пока не поздно, Ксюха, вот туда, наверх, позади тебя посмотри, дурима. Если я сейчас зарепорчу и опять это расскажу, то тогда мне точно никто не поверит. А что мне тогда делать? Хрей, ты сумасшедший! Вот ты сумасшедший, скажи мне! Ты что делаешь? Люди! Помогите, пожалуйста! Вот, пупок! Смотри, труп валяется! Только это не я! Это не я, его кок... Подожди! А кого я сейчас убил? А хотя какая разница? Я вам говорю второй раз! Это Хрейд! Только сейчас он уже не Соник, а Супермен! Брат, мне очень тебя жаль, Пай. Я считаю, что тебе срочно надо к врачу. Я с Кахой договорился, все бесплатно будет. Ребят, ну я вас прошу, ну реально, Хрейд в первом раунде носился по карте, как и Формула-1 какая-то, а сейчас он вообще в воздухе летал, вот эта ворона серая, он убил у меня Ксюху на глазах, а потом пупка бедного закоматозил, а? Я считаю, нам надо поддержать нашего Добротеда, так что в честь этого мы снимем очко. Господи. Я не хочу, чтобы вы очко свое снимали. Просто, пожалуйста, за Хрейда проголосуйте. Я вас умоляю. Ребят! Да что ж-то вы будете делать, а? Ребята, убегайте, пока не поздно. Сюда, за мной, вот сюда, в эту сторону, вот туда. Бегите, пока не поздно. Но он же вас всех сейчас перекопкой. Да что вы... Вот скажи мне, пожалуйста, вот тебе самому не стыдно, Хрейд? Ну так ты же это, мой учитель, я думал, ты будешь мной гордиться, я даже использовал читы, которые даже ты никогда не использовал. Ты в воздухе летал и бегал, как Соник по всей карте, такие читы даже я не знаю, ты где вообще такому научился, Хрейд? А это секрет фирмы, знаешь, как говорится, ученик никогда не станет высшим классом, когда не победит своего учителя, а я победил. Обосраться, я тебя поздравляю. А в следующий раз, когда я буду говорить то, что Хрейд убийца, поверьте мне, надень очко обратно, Отомчик, ты еще страшнее, чем Чпуньк, честное слово. Фух, так, ладно, я вам, и ты тоже очко надень, и ты тоже, и все очки наденьте. Я вам предлагаю второй раунд, пожалуйста, я вам клянусь, я сам не хочу быть убийцей, пожалуйста, не давайте мне убийцу, я вас умоляю, второй раунд. Фух. А у меня есть план, я буду первым, знаю я вас, мирных вот этих, вы всегда бежите вот сюда сразу же, чтобы выполнить вот это сканирование, сейчас я буду первым, и сейчас я сразу всем докажу, чтобы на меня не было никаких подозрений, здесь есть задание, опа, все смотрите. Все, кто здесь есть, смотрите, то, что я не убийца, чтобы вы просто знали, все, всем все понятно, ну и хорошо. А сейчас задания выполнять, чё пердаки развалили, быстро, все задания выполнять, давайте туда побежали, сюда побежали. А...
Так. Он что, реально ушел, споткнулся об угол, упал, голову разбил, что ли? Так, так, репорт! Репорт трупачела! Подождите. Монтажер! А можно еще раз повтор, пожалуйста? Опять сам с собой разговариваю, я же ролики монтирую, господи. Все, кто здесь есть, смотрите то, что я не убийца, чтобы вы просто знали. А почему там были все, кроме тебя, банана, а? А человек бежал, 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 и об угол споткнулся. И это был Отомчик, конечно, только Отомчик может от угла умереть. Где ты был, банан? А я чего? Я выполнять задание побежал. А если это он уже своей телепатией там убивает людей? Какой телепатией, банан? Совсем кокнулся? Вы что, реально думаете, то, что я силой мыслить уже человека могу убить? Я, конечно, бываю читером, но не таким. Ну все же видели то, что банана рядом с нами не было. Карась, ты возле меня пробегал, это банан! Ну время же кончается, господи, ну поверьте, вы мне хотя бы где банан? За банана голосуйте, пожалуйста, я вас умоляю. Это не я задание бежал выполнять. Это... Ага, вот мы в конце банан и узнаем. А ты чё, эта картошка, этого чпулька решила заменить? Сейчас ты здесь феечка Винкс получается. Вот я этому тоже хочу научиться, но я не понимаю, как они это делают. Костя, ты это в следующий раз помоешься, иди задания выполняй. Мы еще даже 10% заданий-то не выполнили. Господи, времени-то как мало! Так, Отомчик, банан и пупок. Да как? Да игра же только что началась, в смысле раунд же только что начался, я чуть не понимаю, а как, где, пупок тоже бежал, что ли, споткнулся, умер. Так, ладно, сейчас вот это задание выполню, выполняю задание и сразу иду на поиски трупа Челлы. Ага, картошка, ты это феечка Винкс, я понимаю, но надо бежать свет чинить, пока там картошку не запердохали где-то. Картошка, давай, ну времени же так мало, господи, я не понимаю, вы и задания не хотите выполнять, и свет чинить не хотите, а что вы тогда делаете всю эту игру, я не понимаю, вот, задание берем, опа, качаем файлы, или что здесь делать-то надо, иди сюда за мной, я же твой учитель получается, да, Хрейт, вот мы с тобой вместе ходить и будем, сейчас пойдем, труп вот этого пупка найдем, который где-то там валяется, это ты ее запердососил? Это же картошка была, Хрейт. Пупка запупчили, картошку закартохали, как говорится. Ну, я, конечно, этого читера Эда не прикрываю, но мне кажется, он реально исправляется и начинает играть честно. Вначале он саботаж починил, потом мы вместе побежали и там труп нашли. Да, вот. И это вроде как была картошка, потому что она вот эта феечка и была, и сейчас ее здесь в этой комнате нет. Костя, очко надень, пожалуйста, я тебя умоляю. Карась! Давай я тебя просить ни о чем не буду, я тебя прошу, пожалуйста, скажите кто-то из вас, то что кто-то, что-то, где-то видел, я уже столько трупов нашел, чем вы занимаетесь, да? Ну, я просто хожу, ничего не вижу, выполняю задание, все. Так в этом-то и твоя проблема, Карась, то что ты ходишь, ничего не видишь, а я расследование провожу всю эту игру. Так, ладно, хорошо, давайте тогда пропускаем, пока что пропускаем. А, расходимся. Идите туда. Так, кто сюда побежал? Вот это Ксюха и Карась. А туда Стасик, Хрейт и Костичка побежал. Вот это главное запомнить, чтобы потом это помогло нашему расследованию, если мы сами еще один трупачела где-то там заметим. Вот так быстро, чтобы за минуту по 3 задания выполнял. Моментально. Давай, Ксюха, побежала туда, задание выполнила быстро. На рычаги потыкала, подергала. Вот туда, вот это вот все остальное. Давай, не на меня смотри, а рычаги дергай. В сральнике мое место, туда даже идти не надо, а здесь задания нет. Ну тогда возвращаемся обратно. У меня задание на складе получается. Ага, вот здесь оно находится. Так, вот здесь задание. Обожаю, просто обожаю. Вот, одну кнопку нажал, потом еще одну кнопку нажал, и у меня уже 2 задания готово. Идеально. Дальше у меня это находится в кислороде. А кислород у нас находится, как я понимаю... Да что ж ты будешь делать? Опять кто-то жопу себе отмораживает на холодном полу.
Так. Сюда бежала Стасик, Херейт и Костичка. А Костичка у нас трупачелла, оказывается. Ксюха, я и Карась побежали вот туда, в ту сторону. А Херейт, Стасик и Костичка побежали в ту сторону. И сразу на выходе у нас валяется трупак. Я предлагаю просто по очереди кикнуть сначала там Херейда, а потом Стасика или Херейда. Как-то вот так. А тебе не кажется, что такая тактика, ну, она максимально глупая? Это не я. Я не могу сейчас за Стасика, но это точно не я. Когда ты последний раз живых видел Костю? Ну, когда мы убегали отсюда, а потом мы разбежались, вот. А ты, Стасик, что скажешь свое оправдание? Я скажу, что я выполняла задание вот рядом с электричеством, поэтому это точно не я. А какое ты там задание выполняла, Стасик, а? Там что-то с проводками связано, Редстоун, вот я проводила, да. А с кустом там случайно ничего не связано, Стасик? Да вроде нет, кустиков не было никаких. То есть совершенно никаких кустиков не было, получается, да? Вот прям ни, даже мертвого куста не было, да? Да нет, вроде никаких кустов не было. Ну все же это видят, или только у меня опять шизофрения развивается? Все... Стасик, ну ты налево-то посмотри, пожалуйста! А, опа! А это что за куст тогда, а? Понятия не имею. А я тебе так скажу, Стасик, это куст спасителя у нас получается. Это кому сейчас нос откусить за то, что меня предал? Господи, ребята, ну вам сам... Ну это, да хватит уже читы использовать в каждом раунде! Ну, вы посмотрите на меня! Ну вот если вы не перестанете читы использовать, тоже останетесь без самого драгоценного в жизни. Без очка! Ну так мы же хотим быть похожими на тебя, ну ты ну, же это наш ты учитель, же. Ты и сам так нас показывал. Вот вообще. Именно, ты нас учишь быть читером, да, ты вообще вот нас обвиняешь без причины. Я завязал, закодировался, я чистый, с этого момента ни одного чита вы у меня не увидите, просто... Ни одного, ребята, я честно, я даже предателем не хочу быть в этом третьем раунде. Вот, вот, пожалуйста, я даже карту переключу на самую новую. Да вот ты реально издеваешься, квадратноголовый. Рычаг мой, не трогать этот рычаг, только мой. Все увидели, если я рычаг нажал, это значит то, что я не убийца. Ага, ну молодцы, молодцы, так, дезинтификацию, инфекцию вот эту проходите. Хрейт у нас не убийца тогда получается. Бездельники, всех бы вас поперебанивать к чертовой бабушке, чтобы вы больше таким не страдали. Так, Костя там опять походу книги какие-то читает, а пока он читает, я пойду в мое любимое местечко. И здесь 100% кто-то... Да! Ёпер, обосраться можно в этом, в стене застрял! Так, здесь у нас, я даже в душе не чаю, кто это такой... Но зато я его убил без щитов. А вот сейчас можно отсюда помаленьку сваливать, пока меня никто не заметит. Что это было? Карась! Ты труп забыл зарепортить, кар... Ладно, тогда я сам зарепорчу, я же законопослушный этот. Вот сейчас я вообще ничего не понимаю, что произошло. Короче, дело было в этом, в реакторе. Там была это... Карась был, получается, и... А чё происходит-то? Я не могу понять, вы куда повыходили-то, а? Ну чё, ребята, как договаривались? Работаем по плану! А чё происходит, тотемчик, это... А куда вы все побежали-то, а?
Ах, вы ж собаки сутулые, мое оружие против меня же используйте! Так, ладно, я тогда тоже перезайду обратно. Давай, 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 быстрее, подключение, 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 подключение. Все, могу бегать. Так, сюда подошли все. Где, куда, не отомчик, иди пердохай кого-то, пока они все задания не выполнили. У них 3 задания осталось, и они сейчас победят. Вы что думаете, то что я ваши ники что ли не вижу? Вы же там бегаете в реакторе и в дезинфекции. Сюда быстро, господи, так. А я что, никого не могу убивать что ли во время голосования или что, Костя? Костя, это... И что это сейчас было? У меня такой вопрос. Как говорил один великий человек Карась, нечестного человека честно победить невозможно. Ну а что ты думал? Я вам, дорогие мои сыновья и дочери, скажу, я на вас даже не злюсь. Мои дети превзошли своего же отца. Ребят, вы себе не представляете, как я горжусь вами. Вы читеры хуже даже, чем я. Вы где такому вообще научились, я не могу понять. Ну, тебя, конечно же. У кого же еще-то? А вот за это спасибо. За это спасибо, вот там чик, очень приятно, ребята. Вы такие молодцы, честно. Вот когда дети читрят лучше, чем ты, вот это повод для гордости. Хрейт, а давай нашу, любимую, зажигай! Солнышко светит, кучка клюет, позёрнышко в позёрнышку, а служба всё идёт. Слушай мою команду, друг, и я снова слова не помню.